На севере Тюменской области немало юга. Он не только в людях, которые приехали в суровый край, он в материалах строительных. Почти каждое здание на Ямале возводят из тюменских плит. Наша продукция, кстати, на Ямале, она давно себя зарекомендовала как идеальная. То есть все каркасные здания еще с советских времен и с начала 2000-х годов обшиты нашей плитой, цементно-строечной плитой. В этом году на заводе перевыполнили план. На 50% больше продукции отправили на Ямал. Обеспечили товаром весь Уральский округ и строителей России вместе с конкурентами из европейской части страны. Побить рекорд последних лет компании удалось и благодаря нацпроекту «Производительность труда». Установили стенд. То есть не надо бегать, искать что-то. Подошел, взял. Все на своих местах находится. Инструменты в порядке, есть понимание состояния оборудования. У профессионалов стало меньше беготни, считает руководство. Здесь была проблема и с обучением новичков. Пытались отработать эффективную систему сами, но у специалистов регионального центра компетенций получилось лучше. Представьте, новый человек устроился на работу, он приходит, ему говорят, вот делай вот это. А как ему это делать? Это очень сложно. То есть должна быть какая-то система адаптации. Порядок на заводе навели за полгода. Сейчас подводят итоги. Эксперты видят эффективность нацпроекта в цифрах. Причем везде, где запускают систему бережливого производства. В Тюменской области ее внедряют 5 лет. Более 70 предприятий, получается, вступили уже в реализацию нацпроекта. Общая численность сотрудников составляет более 26 тысяч человек. Диктует современный рынок и новые отношения с поставщиками сырья. На этот завод цемент привозят из Оренбургской области, древесину из Курганской, есть и своя, тюменская. Материалы все отечественные, но дорогие. Подорожало сырье, соответственно, этот цемент подорожал, сульфаты подорожали, дерево подорожало. Мы вынуждены покупать материалы других поставщиков, других марок, проводить много экспериментальной работы по внедрению изменений в технологию производства. Каждая партия проходит через лабораторию контроля качества. Товар делают по ГОСТу. Вот так выглядит испытание прочности плиты при изгибе. Материал экологичный, паронепроницаемый, с хорошей звукоизоляцией, утверждают производители. Плиты выдерживают самые лютые морозы и резкие перепады температур. Тюменский север активно застраивается материалами, которые созданы специально для него. Татьяна Воротилова, Марат Бектимиров, Екатерина Лысогор, Ямал-1.